Привет, друзья! Добро пожаловать на самый жаркий канал. И у меня для вас потрясающая новость касаемо пожарной безопасности в вашей бане. Внимание, это очень полезный ролик, поэтому смотрим его до конца. О чем я говорю? Я говорю о правильном, грамотном проходе дымохода через кровельное пространство и через межэтажное пространство. И все благодаря компании Теплов и Сухов. Мы чуть попозже позовем генерального директора Сергея Шмырина, который нам также расскажет о том, что они сделали. Это потрясающая новинка 23-го года. И давайте сейчас немножечко по деталям. О чем я говорю? Я говорю о вентилируемом ППУ, где помимо утеплителя, трех слоев утеплителя, находятся также три воздушных прослойки. Соответственно, Сергей Геннадьевич мне сказал, что они при тестировании этого устройства насыпали на чердаке снег, и здесь он не таял. И вы знаете, я ему верю. Почему? Потому что я уже предварительно все разобрал, посмотрел. Ну и теперь, конечно же, хочу поделиться всем увиденным мною с вами. Прежде всего, давайте про ТТХ. Разделка 600 на 600 миллиметров. Здесь идет оцинковка, но, ребятушки, патрубок с левой и с правой стороны, как вы смотрите, он предназначен не только для охлаждения самого узла, но также и для вентиляции басту в вашей бане. Потому что в комплекте, не в комплекте, это нам поделится Сергей Геннадьевич, идет еще и вот такое вот устройство басту, собранное по конденсату. Для чего же необходим вентилируемый ППУ? Насколько вы знаете, в банных печах о КПД речи, если и идет, то идет очень плохо, потому что в дымоход уходит максимальная температура, доходя до 800 градусов. Самолично это видел. И максимальная температура как раз-таки находится в месте утепления. Именно поэтому наш СП 713-130 регламентирует противопожарную отступку не меньше 38 сантиметров от столба огня. Но, ребятушки, насколько вы уже знаете, с этого года есть новый ГОСТ, он еще пока добровольный, касаемо переложения ответственности за сгораемую конструкцию на производителя. И поверьте мне, я буду всеми силами добиваться, чтобы он стал обязательным для всех. Ну, а теперь мы зовем Сергея Геннадьевича, который нам расскажет о том, зачем и как эта штука работает. Ну что ж, прошу любить и жаловать, Сергей Геннадьевич, генеральный директор компании Теплов и Сухов и ваше детище, Сергей Геннадьевич. Да. Как пришла такая гениальная идея сделать трехконтурный дымоход, против которого вы были всегда против? Вы знаете, это годы. Мы выпускаем 14 лет дымоходы. И вот все эти годы шла дискуссия, что нужно сделать ППУ. Кто-то говорил, нужно вентилировать. Кто-то говорил, что нужно изолировать. И это же противоречие. Чем больше заизолируешь, тем больше как бы дымоход перегревается. А если сделать вентиляцию, тогда получается что? Пар выходит из парной. Да, совершенно верно. Мы подумали и пришли к выводу, что нужно не защищать ППУ от тепла, а нужно вентилировать. То есть не увеличивать слой теплоизоляции, а снимать напряжение тепловое. Совершенно и верно. Выбрасывать его в воздух. Совершенно верно. Давайте по ТТХ. Давайте. Сразу потолочная разделочка. ППУ, да, разделочка. У нас идет, у нас есть здесь воздушный зазор. Почему? Потому что крепеж сделан с подштамповкой. Лист СМЛ не соприкасается с металлом. Ага. Сам по себе. Дополнительная воздушная прослойка. Затем здесь лист СМЛ. Угу. И базальтовый картон 10 мм. Угу. То есть это вот так вот все прекрасно, да, прижимается. Прижимно, и чуть соприкосновение металла с отделкой парной нет. Угу. Понятно. Габариты 600 на 600. 580 на 580. Почему не 590? Это стандартный шаг на самом деле. Видимо, это задумка конструктора, которая не поддается научному объяснению. А это 430-я сталь, окрашенная. Да. Ага. Нет смысла здесь какую-то сталь аутенитного класса. Хорошо, тогда давайте теперь про яды, про цинк. Цинк. Да. Ну, сам по себе цинк не яд, потому что слишком много и везде у нас окружает. А если цинк не нагревать, цинковое покрытие или цинк, не нагревать до температуры окисления, это инертный материал. Ага. Так, и теперь давайте по самому устройству, как это работает.
Вот мы специально вот так вот экспромтом собрали весь этот стенд. Да. То есть у нас внутри идет дымоход. Да. Дымоход. Зачем на дымоход? Как правило, это шибер. Мы ставим узел проходной вентилируемый. И одеваем ППО. Что мы получаем? Давайте считать, сколько у нас слоев металла. Давайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 слоев металла. 6 слоев. При этом, сколько у нас изоляции? 1 слой металла. 2 слоя металла. 2 слоя металла. 2 слоя изоляции. И воздушных прослоек. 1, 2, 3. 3. 3 слоя. Воздушных прослоек. Да. Из них 2 вентилируемых. Да. Я в начале ролика сказал, что 3 слоя изоляции. Сделал это специально, потому что все-таки, несмотря ни на что, я рекомендую и сюда устанавливать слой теплоизоляции. Хуже не будет, если мы поставим слой изоляции. Вопрос монтажа. Зачастую я видел, через этот короб делается крепление к чему-то, привязывается к какой-то строительной конструкции. Можно сделать присверлиться, чтобы поддерживать короб. Не только на саморезы к потолку, но и подвешать его. Вопрос сразу. Толщина металла 0,5, наверное, 0,8, конечно, да? Конечно, да. Да. Ага. Внутренний контур рабочий 0,8, все остальное 0,5. Слой изоляции, я смотрю, здесь не 5 сантиметров. 30. 2 по 30. 2 по 30. Угу. Ну, а теперь о принципе работы. Вот вместе с этой замечательной штукой рассказываем. Эта конструкция инсталируется либо под отделку, либо в теле каркаса, предварительно утеплив базальтовым картоном, который идет в комплекте. Что у нас происходит? Пройдя через потолок, через перекрытие, мы алюминиевой гофрой 115 или 110 диаметра подводим, соединяем патрубок вентиляции с патрубком узла проходного вентилируемого. И гофру нужно обязательно заизолировать для избежания образования конденсата. В зимнее время, да. Ну, я смотрю, и сборка здесь идет по конденсату. Вся сборка каждого элемента, сборка по конденсату. И внутри у нас есть конденсатоотводчик, который можно влагу, которая образовалась, вывести в парильное помещение. Воздух попадает сюда, в чайку. Да, попадает сюда и направляется вниз. Вниз? Да. Вот прям до низа? Прям до низа, то есть в парильном помещении. Затем через технологическое отверстие, через перегородку, попадает в соседний отсек, поднимается кверху, вдоль уже рабочей трубы, 115 диаметра, охлаждая эту трубу. Ну, система, по сути дела, сама вентиляция не нова. Я думаю, что пионером здесь был КДМ Нижегородский. Вполне возможно. Который делает трехконтурные дымоходы. Да. Соответственно, ППУ от Вудсона, тоже вентилируемое, имеет другой принцип. Здесь принцип подключения еще и вентиляции басту внутри парной. Да. Можно ли использовать без этого элемента, просто с чердака брать холодный воздух? И какой комплект идет у этого узла полный? Без вентиляции делать можно. Комплект вентиляции идет отдельно. ППУ отдельно, узел отдельно. Узел мы не рекомендуем ставить без ППУ. А только с ППУ появляется, ну, на мой взгляд, отличная безопасная конструкция. Все упаковано в коробке единым комплектом. Со скотчем, с утеплителем, с какими-то элементами еще дополнительными. В отдельной коробочке, ППУ в отдельной коробочке, индивидуальный. И узел также в индивидуальной коробке. Выше узла идет рабочая труба 115, которая находится внутри сэндвича 150-210. Вверх идет размер наружной 210 трубы. Так, ребята, а теперь давайте по элементам все это разберем и еще раз все посмотрим, как устроено. Начнем, пожалуй, вот с такого перехода. То есть это практически стандартный элемент дымохода. Сварен он у нас в стык. Да? То есть, ну, за качество, я думаю, пермики отвечают. Да. То есть подключение гофры не представляет никакой сложности. Абсолютно. Первый элемент. Тройник. Второй элемент. Тройник, она же вентиляция. Которую можно перекрыть, открыть. Да.
сделано вот так вот. То есть это все сразу производится на заводе. Да. Это, естественно, ушки для монтажа на стену. К чему-либо. Да. А, вопрос. Как удлинить, если будет не хватать? Гофрой. 50 на 100 миллиметров, да? Да. 50 на 100 канал. Здесь еще 50 миллиметров. То есть общая ширина от стены до финишной отделки 100 миллиметров должно быть. При удлинении я рекомендую не растягивать гофру, так она жестче. Естественно. Следующий элемент. Ну, я думаю, он не представляет из себя никакой, ничего серьезного. Ну, я вижу, что специально сделали еще такую подштамповочку, да? Для жесткости. Для жесткости, чтобы можно было притянуть. Ну, и давайте теперь к самому сладкому. Это ППУ. Опа! Сергей Геннадьевич, ППУ. В чем есть... Какие-либо еще секреты, о которых мы не рассказали? Ну, я смотрю с этой стороны тоже. Оцинковка. Везде базальт, везде СМЛ. Все четенько. Ну, смотрите, обращаю внимание, что сам цилиндр не контачит с металлом. Угу. То есть через изоляционную прокладку, то есть передачи тепла здесь нет. Угу. И сам метизный элемент, он в теле утеплителя. Угу. Минеральная вата, которая использована здесь, я знаю провокационный вопрос, что здесь, по идее, не нужно никакой силиката кальция, то есть здесь вполне минеральная вата, базальтосодержащая. Обычная наша хватает. Продукция, теплорог, который мы сами выпускаем. Рабочая температура до 600. 600 градусов. Да. Вот вы тестили, какая температура была вот здесь? Я держал руку спокойно. Долго? Долго. Я на узле держал, здесь она не греется. Здесь изоляция вырезана, а в принципе она идет с комплектом, чтобы монтажник мог разрезать и куда-то загнуть, а потом закрыть декоративным фактором, фартуком. Почему я разбирал? Есть один большой нюанс, о котором, естественно, каждый производитель умалчивает. И мы тоже, да. Я говорю о том, что дымоходчики и печеделы никак не могут договориться, как же сделать правильно. Смотрите, в чем нюанс. Если я ставлю ППУ по центру патрубка, примерно же, да? Ну, Сергей Геннадьевич, по центру? Да, примерно. Примерно да. По центру. Смотрите, сколько здесь остается на разделочку. То есть очень и очень мало. Обращайте вот на это внимание. 600 миллиметров ППУшка, она подходит к стене. То есть вам печку, если у вас будет бревенчатый сруб, ну, вот такой вот. Придется портал задвигать вовнутрь. Это нюанс, но он очень важный. Задвигать все равно придется, ну, если это только стена не бетонная, либо кирпичная. Поехали дальше? Поехали. Ну, а теперь о втором метре дымохода, о вентилируемом дымоходе. Смотрим сюда. Высота сколько? Метр. И сразу идет переход монотерма, да. То есть это уже готовая конструкция, да. Ничего не нужно колхозить. Вообще ничего. Угу. Внутри труба, я так понимаю, 430-я. Да, 0,8. А 439-я, 316-я, 310-я. 439-я не нужна в принципе, если нужен другой какой-то вариант. Несложно при производстве поставить здесь, например, 310-ю сталь. То есть металл можно использовать любой? Да. А диаметр? 115-й это самый худший вариант на самом деле в дымоходостроении. Но самый популярный. Да, черт побери. Это все спасибо финнам. Да. Размер можно пропорционально увеличивать, это не представляет никакой сложности. Угу. То есть можно сделать 120-й, 130-й, 140-й. Это идет... 120 у нас уже попросили. А идет ли это в складской программе? Сразу? Конечно, это будет складской. В Москве, в Перми? На любом... Из 5 РЦ. Везде это будет, да, находиться. Хорошо. А, воздушный зазор, я смотрю, здесь где-то примерно... 150 минус 115 разделить на 2. Ой, я сейчас не буду делать, но скажу так, где-то 1.5 сантиметра здесь воздушного зазора. Сразу возникает вопрос. Так. Это исключительно для банных печей. Ну, самая опасность в пожаре, это, конечно, банные печи. Угу. Но теоретически ничего не мешает это использовать в отопиловке. Хотя там меньше температуры. Вот. Нужно внимательно посмотреть, вот, чтобы вопрос. Мы ушли от... конденсата. Сажеобразования в трубе. Да.
то есть на печи длительного горения типа Булериана. А зачем, если там низкая температура? Да, низкая температура ставить не нужно, потому что все-таки дополнительное охлаждение может привести к образованию конденсата и излишнего там, я не знаю чего, но точно пожароопасно. Марат, спросите мне, можно ли поставить 310-ю сталь? Куда? Сюда. Конечно, можно. Конечно, можно. А нужно ли при этом минвату заменять? На калиновую вату. А почему нет? И мы получаем крайне надежное устройство, вечный, с температурой рабочей 310 стали 1100 градусов и температура изоляции 1100 градусов. То есть вечный, в ваших словах я слышу, что вы можете дать пожизненную гарантию на этот дымоходный узел. Мы обязательно рассмотрим такую возможность при обсуждении. Хорошо. Следующий момент касаемо изоляции. Можно вот камеру сюда поближе, чтобы вас, мы прям по слоям пройдемся. Первый слой изоляции – это обманка, это заглушка. Нет, это цилиндры Теплорок. На всю длину, высоту этого изделия цилиндры Теплорок. Так, второй слой. Это заглушка. Это заглушка, которая… Которая воздушный канал закрывает, да. Чтобы воздух… Вот заход здесь, мы его можем увидеть. Попадает сначала сюда, да. Опускается вниз. Вниз. И через технологическое отверстие и начинает подниматься вверх до зонта. А в зонтике у нас специальная конструкция сделана так, чтобы все три контура, все три металла у нас были зафиксированы. Угу. Момент побуждения тоже важный момент. Пойдет ли воздух по холодному каналу в минус 30 сначала вниз, потом наверх? Обязательно пойдет. Вспомните, как разжигали печь. Как только 4 метра монотрубы будет теплой, 4 метра трубы обязательно перетянут 1 метр внизу. Угу. Я бы хотел обратить внимание, что мы специально выполнили антивандальным безопасным способом. Никаких острых кромок здесь нет. Все аккуратно, внахлёст нет, все встык. Прекрасное на самом деле решение. Все рассмотрели поэлементно, а теперь я предлагаю все это дело еще раз посмотреть на схеме, где все сделано с грамотным монтажом. Друзья, ну а теперь давайте вместе с Сергеем Геннадьевичем рассмотрим всю эту конструкцию в собранном виде. Ну, правда, на баннере, но я думаю, ничего страшного. Сергей Геннадьевич, вам слово. Ну, начнем по порядку. Начнем с басту. Если этот клапан открыт нижний, у нас получается басту. Второй клапан. Он для проветривания бани можно использовать. Вместо окошка. В дополнение к окошку. Я бы не стал убирать окошко. Воздух у нас приходит, заходит и выходит через зонтик в атмосферу. Угу. Я бы рекомендовал поставить ППШ-Б с 40 литрами воды, с прекрасной атмосферой, автоматическим увлажнением. Затем дальше идет шибер. Мы видим узел проходной вентилируемый. Который инсталлирован внутри ППУ. Мы не показали еще заглушку, вот клапан. Да. Мы почему сделали две? Потому что у нас появляется возможность, другие возможности. Например, мы можем здесь вытяжку через гофру сделать в комнате отдыха. При этом нужно не забывать, что если мы убираем воздух, значит нам нужно обязательно сделать приход воздуха. Да. Желательно под печью, чтобы воздух нагревался от печи. Ну и вот я вижу само движение воздуха. Да. Воздух заходит, опускается вниз. Здесь технологическое отверстие. Поднимается вверх и попадает в трехконтурный коаксиальный термодымоход. Ага. И удаляется. Ну, а теперь, пожалуй, друзья, о самом главном, о цене. Я думаю, это стоит как чугунный дымоход. Редкий случай, Марат, когда ты не прав. Значит так, ППУ. Рекомендованная розничная цена РЦ-3500. В рынке. Узел проходной вентилируемый. Вот. Ага. Да. 8900. 9000. 8900. Да. 99. Да. И комплект Тисвент. Ну вот, басту. Так назовем. 10500. То есть 20 тысяч рублей по итогу вам обойдется вот такая вот система. А сколько сейчас баня стоит, интересно? Я могу точно сказать, от 120 до 165 тысяч за квадратный метр. За квадратный метр? Да, это в стройке. Я думаю, безопасность
стоит значительно меньше, чем стоимость бани. Ну, я думаю, что вот уважаемые зрители, которые досмотрели до конца ролик, как раз таки откомментируют, 20 тысяч это дорого или дешево. Я считаю, вот для бани-бочки, например, дорого. А проблема в этом, знаете, в чем заключается? Для бани-бочки сложно делать, у него кровля совмещенная. Да. Не получится. Получится. Я в вас верю. Я думаю, что в 2024 году на Банифесте Сергей Геннадьевич презентует что-нибудь еще новое. А на этом мы с вами прощаемся. Всего доброго, легкого вам пара. А вас еще ждет отличный выпуск про печи ТМФ.